Видновская гимназия, несомненно, одно из лучших образовательных учреждений Ленинского района. С момента основания не опускающей высоко поднятой планки. Поэтому именно она стала площадкой для визита Валерия Венцеля и сенатора от Московской области Алексея Русских, который приехал в город Видное, чтобы познакомиться с учителями муниципалитета, поговорить с ними об уровне образования в районе, а также выслушать насущные проблемы. Все, что у меня в силах, я, конечно, использовал бы тот статус, который у меня есть, чтобы какое-то развитие получилось, в том числе и, естественно, в системе образования. Директор Видновской гимназии Татьяна Анашкина радушно встретила гостей. Делегация посмотрела оборудованный класс по труду, пообщалась с учениками и познакомилась с музеем школы, в котором гимназисты провели небольшую, но интересную экскурсию. На этих стеллажах вы можете наблюдать творческую деятельность нашего музея. Ребята ставили спектакли по произведениям Бориса Васильева «А завтра была война» и «А зори здесь тихие». В завершении встречи отличившихся педагогов Ленинского района сенатор наградил почетными грамотами Совета Федерального Собрания Российской Федерации за значительный вклад в развитие образования. Я думаю, что такие встречи нам нужны, потому что действительно мы, в общем-то, рассказали о своих проблемах, и нам было дано обещание, что по возможности, конечно, нам помогут. Нам нужно помогать школам, потому что проблем у нас достаточно много. Мы надеемся на эту поддержку и помощь. Уровень подготовки школьников в Ленинском районе очень высокий. И вот гимназия, которую мы сегодня посетили, она это, по сути дела, дом. Чистота, порядок, уют, приветливые детишки, которые первое, что здороваются со взрослыми, улыбаются, очень вежливые. И видно, что качество образования здесь на самом высоком уровне. После встречи с учителями Алексей Русских отправился в районную администрацию, где его уже ожидали люди, чтобы задать волнующие их вопросы, касающиеся абсолютно разных тем. Состояние окружающей среды, продвижение новых прогрессивных технологий в медицине, повышение качества работы и предоставляемых услуг управляющими компаниями. Все эти компании аффилируют с одним и тем же человеком, соответственно, местным оператором, районным и так далее, областным. Они не дают заходить в эти микрорайоны стройки. То есть они не дают им работать. Алексей Русских, внимательно выслушав всех пришедших, дал дельные советы и пообещал помочь решить возникшие вопросы, а также и в будущем не обходить своим вниманием Ленинский район. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ.